данный момент мы добровольно. Давление на нас какое-то физическое, моральное оказывалось сотрудниками, в том числе Следственного комитета, оперативными сотрудниками. Нет. Одни из последних видео, на которых можно видеть Исака, записаны в СИЗО Красноярска. Несколько часов допросов, на которых он дает показания разным следователям. По этим делам еще предстоят суды, поэтому я не буду подробно разбирать показания, подвергать их сомнению или давать какую-либо оценку. Но есть моменты, на которые я обратил внимание, и поэтому я хочу показать их вам и прокомментировать для людей, которые не особо вникали в эту тему. Скажите подробно обстоятельства совершения преступления, совершенного вами в 2007 году в апреле, изложенной в явке с попильной 8 апреля. Весной 2007 года мне пришла в голову идея совершить публичное преступление и сделать это от имени несуществующей организации. Потому что в 2006 году было совершено, постановочная казнь таджикского наркоторговца от имени Кукулс-клана. То есть была мысль, что можно будет от имени российского Кукулс-клана делал заявление публичное. Но как только видео появилось в СМИ, американский Кукулс-клан сразу объявил, что никакого Кукулс-клана в России нет, нашли там недочеты, недостатки на видео. И, в общем, это все сразу, идея провалилась. И вот... А эта идея с постановочным Кукулс-кланом в 2006 году, это ваша была идея? Это моя была. Мне за нее дали 3 года за разжигание вражды. А здесь я своими мыслями поделился с коротких, с Базелевым. Обсудили это. Так называемый ролик «Казнь таджика и дага» — это именно тот эпизод, с которого и начались все эти явки с повинной и вновь открывшиеся уголовные дела. Тесак рассказывает, что идея снять видео пришла в голову именно ему. Также он называет имена людей, с которыми он поделился этой идеей. Это в первую очередь Кратких, который сейчас проживает в Украине и находится в розыске в РФ. А также Максим Базелев, который по официальной версии совершил суицид в ИВС на Петровке. Мы решили это сделать не от имени НСО, а от имени несуществующей партии. Базелев нашел там Национал-социалистическая партия Руси. Вы решили, вы говорите, вы, это кто конкретно? Я, Базелев и Коротких. То есть, обсудили и решили, что можно это сделать, что можно взять двух, убить их на видео и выложить в интернет от имени вот этой организации. Mm-hmm. Вот. Здесь организацию мероприятия взяли на себя Базелев и Коротких. В конце апреля уже мы собрались в офисе НСО. Ну и дальше идут подробности, место, время и отдельные нюансы совершения этого преступления.
в районе обеда было. Для поездки в лес оделись, чтобы провести вот это мероприятие. Сели в «Дождь Дюранго», принадлежавший коротких, и поехали. Вы можете одежду описать, какую вы делись? Сейчас не смогу вспомнить. Поехали по направлению парка Лосиный остров, то есть доехали до Ярославского шоссе, по нему уехали. Телефоны с собой не брали. Мы приехали на машине туда, на «Дождь Дюранго», который принадлежал коротких, четвером. Заехали в лесопарк в этот. Там ехали минут около 10, мне кажется. Потом остановился возле леса, опять же. Мы вышли и шли по тропинке еще. Давайте теперь еще раз. Вы приехали на место? Мы приехали на место для съемок. Ну, то есть было запланировано, что будет съемка, была видеокамера. Что за видеокамера? Не помню, ну, типа такой. Цифровая видеокамера? Или кассетная? Наверное, цифровая маленькая. Mm-hmm. Ну, точно не могу сказать. Она ему принадлежала? Вы заранее же договаривались, что будет предоставлена видеокамера? Ну, она была уже там, я не знаю, его она была или взяла у кого-то. То есть это тоже неизвестно, она была у него. То есть снимал непосредственно. А снимали, ну, то есть, удерживая камеру в руках? Да. Или были штативы какие-то в руках? Угу. Я, можно сказать, как режиссер, сказал, куда встать, куда... Вы опишите место вообще, вот где вы находились, сколько у вас еще раз было человек на месте совершения преступления? 8 человек. 8 человек. Значит, повесили флаг со свастикой на деревья, натянули веревки, и на веревках флаг закрепили. Вы при этом забрали сумку с камуфляжем? Нет, ее там оставили. А, там оставили. Видеокамеру? Нет. Дальше. Видео, ну вот... После совершенного преступления видео, кем было монтировало, что дальше вообще происходило, действия ваши? Дальше у нас были сборы НСО, то есть мы не планировали сразу видео выкладывать, а сборы были, потом стало известно, что против меня дело возбудили за разжигание вражды. И, в общем, ну, не я этим не занимался и выкладывать не собирались в то время. Вот. Потом меня посадили в июле 2007-го, а в августе видео выложили в интернет. То есть, ну, понятно, что монтировали его Базелев с Нифонтовым, Базелев текст писал, то есть, ну, мы это изначально все обсуждали. Вот. А кто конкретно из них выкладывал, этого я не знаю. Вы говорите, все это вот обсуждали, планировали. Где это, за какой период было все это спланировано, где все это обсуждалось? Ну, это было где-то... То есть это планировано, вплоть было даже до, ну, то есть монтирования видео и выкладывания его потом в сеть, с самого начала, я так понимаю, правильно? Да, это было все запланировано, где-то, ну, может, на март 2007-го. Но из-за того, что там уголовное дело против меня возбудили, я как-то
Ну, то есть совершить данное преступление идея была ваша? В том числе, да, моя. Ну как, кто-то же первый предлагает совершить что-то подобное, а потом уже, ну, там, ну, там что-то суть... додумывается, там, я не знаю, если... Ну там суть была именно в том, что с Куклукс-Кланом ну, получилась такая ситуация, что задумка, которая была, что ну, мистифицировать общество от имени Куклукс-Клана, делать какие-то заявления, она провалилась. И вот эту ситуацию обсуждали, и пришла идея сделать по новой, только от имени организации, которая не существует и, соответственно, не сможет. Ну, кто эту идею подал? Идею я подал. Ну, идею подали бы. Также я обратил внимание на момент, когда следователь спрашивает у Тесака, нуждается ли он в помощи адвоката, и тот отвечает отказом. Вправе являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью 5 статьи 189 настоящего кодекса. Ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью 3 статьи 11 настоящего кодекса. Право понятно? Да. Участие адвоката требуется? Нет. Ну и момент, когда следователь спрашивает, оказывалось ли на него какое-либо давление, вообще не нуждается в каких-либо комментариях. Показания вами даны добровольно, Александр Сергеевич. Да. Давление на вас какое-то физическое, моральное оказывалось сотрудниками, в том числе Следственного комитета, оперативными сотрудниками? Нет.